После предварительных осмотров конкурирующих помещений жюри конкурса выделило тройку лидеров. Два городских подъезда из дома номер 10 по улице Советской и первый подъезд из дома номер 3 поселка ПМК. Кстати, 10-й дом на Советской можно назвать уникальным. – В первом туре конкурса победил первый подъезд. В следующем туре к акции подключились второй и четвертый. И оба стали призерами. А у нас уже 4-3 подъезда, у нас еще остался один. Вот там выехала одна женщина, которая все безобразница. Вот теперь мы будем делать тот, чтобы наш дом был образцовый. Теперь жители дома будут равняться на второй подъезд. Именно он взял главный приз. А сейчас я проведу небольшую экскурсию. Обратите внимание на работу слева от меня. Тема речная, вы видите водопад, картина неизвестного художника. Следующая картина левее, тема морская, рыбы, водоросли. Где же мы находимся? Что это? Картинная галерея, музей или выставочный зал? Ни то, ни другое и ни третье. Это обычный подъезд обычного дома. Вернее сказать, подъезд был обычным еще несколько недель назад, а меняться он начал после установки домофона. Здесь заштукатурили и покрасили стены, потолок. Для этого дружные соседи приглашали профессионалов, а всю остальную работу делали сами. У нас все соседи дружненько помогали нам, кто давал нам картинки, кто дал нам на окна тюль, детишки нам игрушки дали, цветочки, вот вы видите, на окнах стоят. Все это давали нам соседи. Своими силами реставрировали почтовые ящики, восстанавливали перила. Практически из ничего собирали светильники. Теперь на каждом подоконнике цветы, на специальных полочках игрушки, на стенах картины. Эти картины мы закупали. То есть у нас же была тема единая, там, да, что морское что-то. И эти картины у нас закупались. Вырезал из ДСП досочки, и мы все вот это клеили. Собирать деньги на ремонт жильцов не стали. В подъезде много пенсионеров. Они не были готовы к денежным вложениям. Поэтому основной финансовый груз взяла на себя жительница подъезда Светлана Новикова. Она давала деньги на штукатурку, краску, побелку и другие строительные отделочные материалы. Но затраты Светланы и усилия других жильцов оправдались и морально, и материально. Жюри конкурса их оценило. И я вижу, что в их глазах как бы был восторг. То есть они как бы, им очень понравилось, потому что я не видела как бы другие подъезды, мне не с чем сравнивать, но я думаю, что наш подъезд как бы заслуживает первого места. И мы как бы даже не сомневались ни на минуточке, что он нас займет одно из призовых мест. Жители подъезда номер 2, дома номер 10 по улице Советской, получили за первое место во втором туре конкурса «Лучший подъезд 2005» денежный сертификат. Они уже знают, как потратят эти деньги. Сначала отремонтируют пол и утеплят газовые трубы, а на следующий год наведут порядок около подъезда.